Всем привет! Вот, смотрите, стена. Вот она, стена. Вот. Здесь, в эту стенку, я заворачивал саморезы. Вот, отверстие для пробки, дюбеля. Вот, видите, пробка. И сейчас конструкцию снял, которая была завернута. И теперь вот эту пробку, вот эту пластиковую пробку, мне нужно вытащить. Как это сделать? Ну, очень просто. Вот берем саморез, который раньше у него был завернут. Вот прямо от руки его раз туда. Можно еще чуть-чуть шуруповертом. Вот так вот. И теперь кусачками. Вот так вот берем. Раз. И все. И пробка вылезла. Вот таким способом можно пробку использовать еще раз. То есть не бежать, не покупать. Может, она и копейки, конечно, стоит. Но приятно, когда 40 пробок вытащишь, а если она по 50 копеек, вот тебе 20 рублей сэкономил. Пользуйтесь. Скажи, что на поездку сэкономил. А, еще на поездку, да. Что не надо ехать. И время сколько. Всем пока. БУ саморезов и пластиковых пробок или дюбелей. Как правильно, не знаю. Вот так вот и экономятся денежки.